Так, нажимаем на видео и поехали. Сейчас я покажу. Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Обзор UA. Меня зовут Евгений. И это именно непосредственно тот магазин, из которого идут все обзоры. Так что давайте сейчас быстренько прошмыгнемся по некоторым группам товаров, по тем товарам, которые я вам рекламировал, которые я вам хочу дальше прорекламировать, по тем фирмам, с которыми мы непосредственно сотрудничаем. Ну и обо всем остальном. Поехали! Сейчас отключаю вас, отключаю. Как вы уже, ребята, заметили, извините, друзья, были покупатели. Как вы уже заметили, ассортимент товара очень большой. То есть наушники, колонки, радио, провода, колонки для компьютеров перед вами, джойстики, ну, лампочки, то понятно. Вот те колоночки, которые я рекламировал непосредственно. Всякие разные фирмы. Фирма Hopstar, фирма JBL, Китай, соответственно. Есть также вот такие вот наушники. Вакуумные, есть наушники беспроводные. Есть смарт-браслеты. Мышки беспроводные. Клавиатуры. В общем, любой ассортимент товара, также коврики для мышек. В общем, все, что необходимо для нашего маленького городочка, чтобы люди постоянно к нам шли. Вот. Также имеются у нас в наличии, друзья мои, пульты, блоки питания, любого вольтажа, любого ампеража. Ну, все, что хотите, друзья, все, что хотите. На этой стороне у нас идут флешки. Возможные переходнички, автомобильные магнитолы также есть. Также есть розы, кстати, мы делаем на заказ. То есть если вас, допустим, заинтересует данный вид роз, мы вам можем любой сделать на заказ по вашим размерам. Также вот такие вот у нас присутствуют большие колоночки, но по ним, друзья, я вам сделаю отдельные краткие видеообзоры. Колоночки фирмы Hewitt, потом колоночки фирмы Hopstar. Как вы сами видите, ассортимент товара у нас довольно-таки большой. Ну а вот непосредственно наш продавец. Зовут ее Инна, очень замечательная девушка, моя жена. Что ты улыбаешься? Телевизор сидит, смотрит. Вот, ребятки, еще колоночки большие. Тоже понимательно, я вам сделаю краткие видеообзоры. Также есть термометры. В общем, ассортимент очень большой. Так что, если всем, кому будет интересно, смотрите дальше мои видео. Но перед этим можете посмотреть нижние видео, те, что внизу. Присоединяйтесь к нам на канал, ставьте лайки, комментируйте, колокольчика потом у меня еще, кстати, нету, но старайтесь, ребята, следить за моими видео, постараюсь вот как-то по-прикольному так рассказать, подучить что-то там, тыры-пыры, все такое. В общем, ребятки, короче говоря, так, всех я вас жду на своем канале, присоединяйтесь к каналу Обзор UA, и всем всего наилучшего, друзья, до новых встреч!